Мы играли в экстремальные прятки, и нам пришлось прятаться в самых невероятных местах. Батутный парк, развлекательный центр и даже под водой в аквапарке. Столько раз нам удавалось бежать от охранника, но однажды он нас все-таки поймал. И это было мега страшно, и я хочу повторить это снова. Идем. Ладно. Что здесь охранник делает? Не знаю, охраняет. Ань? А он в курсе, что нам сюда можно? Ну да, мне же разрешили. А тогда давайте с ним селфи сделаем. Селфи? Да. Все, давайте, девчонки! А, классно! Разуваемся. Посмотрите, какой огромный парк! И бежим! А, меня подождите! Ксюха! Меня подождите. Ксюха! А я без ботинка! Девки! Дядька, какой большой! Ксюха! Пойдем туда! Куда? В бассейн! Пойдем, пошли! Жизнь в таком огромном парке развлечений одна, а вы, девчонки, тоже. И вообще в бассейне так первый раз. Ну что, чем займемся? А пойдемте на матрушках кататься. О, я первая. Так уж быть третья. Я первая. Как круто! Ну что, погнали? Погнали. Я первая, ха-ха, вы что там застряли, что ли? Опс, я убегаю! У-ху! А давайте еще раз! Нет, тут смотрите, какой огромный парк, давайте что-нибудь новенькое попробуем! Давай! Ну погнали! Я вторая! Да что ты вторая? Девочки, да. Я вижу батуты. Вижу цель, иду к цели. Ага. Вот это кайф, да, девчонки! Я тоже так хочу! Давайте сейчас построим здесь стенку, и Ксюша ее протаранит. Почему Ксюша? А, вот так вот. Девочки, вы готовы? Да! Ну все, раз, два, три! Ксюха, ты чемпион! Пойдемте еще чуть-чуть попробуем. Пойдем! А вы уверены, что охранник нас не услышит? Да, он спит там, посмотришь, храпит. Не, мы просто так кричим. Да ладно, нормально, он же знает, что мы тут. А вы точно уверены? О, смотрите, это же настоящая блогерская горка! Я хочу с него скатиться прямо сейчас. Чур, я первая. Я свою кису. Поехали! Девчонки, я придумала для вас челлендж. Давайте срезать эти штуки. Какой челлендж, Таня? Будет очень интересно покататься. Давайте быстрее. Ну почему ни одно видео без челленджа не обходится? Погнали. Девчонки.
Девчонки, смотрите, я сейчас вас здесь раскручиваю, а потом кто из вас первый заберется на горку? Не-не-не-не-не-не, я на такое не подписывала. Кто победил, а второй, кто проиграет, того смс-ку мы будем читать. Нет. Ребята, я почапала. Погнали! Папочки в животе! О, как быстро! Аня, а что так быстро? Я ж не дойду! Я буду первой! Нет, я! Я! А почему было так? Ты же не ты! Илюша! Маша! Почему за Машу болеешь? Я ж твоя сестра! А потому что я очень хочу посмотреть твои СМС! Маш, а как нам слезать? Пока! Эй, в смысле ты на горке, если выиграла? Ну ладно, значит я попробую спуститься здесь. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Все, давай телефон! Зай, не спишь? От Миши Акимова? Нет. Что? Миша? Ты с ним встречаешься? Нет, Маш, это не то, о чем ты подумала. Это что, им один парень нравится? Ксюха с ним встречается. Маш, да, ты молодец. Подожди, Ань, Маш. Молодец. Скандал, интриги, расследования. Ой, ладно вам, девчонки, сколько еще таких парней будет? А вот подруги настоящие, это надо беречь. Девчонки, я придумала еще один челлендж. Давайте, кто быстрее доберется до верхушки. А наказание какое? А давайте. Нет, подожди, я придумаю. Давайте мы еще смс-очки посмотрим. Так неинтересно, Ксю. А что, тебе очень интересно. Скрывать? Очень интересно. Ну что, Ань, давай. Ты первая. Хорошо. Раз. Два. Три. И давай! 16 секунд. У Ани результат 16 секунд. Довольно неплохо. Следующей будет Маша. Я готова. Раз. Два. Три. Маша! У кого-то лопнули штанишки! Кошмар! Это мои любимые джинсы! С вас джинсы! Маш, ну что ты встал? У тебя время идет, ползи давай! Ой, я! Маша, давай! Маша, я так не играю! Стоп! Ровно 35 секунд. Я обиделась. А теперь, Ксюшенька, твоя очередь. Время пошло. Что? Пошло. Ксюша, давай быстрей. Ксюша, иначе еще одну смс прочитаем твою. Ксюша справилась за 15 секунд. Это значит, что, Маш, ты нам смс-шку свою показываешь. Давай, телефон. С меня джинс хватит. А что, тебе есть что скрывать? Есть, да, есть. Ну что? Что ты хочешь мне показать? Дай, мне не видно. Что? Алина? Че за Алина? Маш, какое кино в субботу? Ты со мной договаривалась. А это то, что ты с Мишей общаешься. Маш, ты совсем офигела? Да ты что так кричишь-то? Там же охранник спит. В смысле? Ты же сказала, что он знает, что мы здесь. Ну знает, ну спит человек. Так, я не понял. Почему включен свет? Что здесь вообще происходит? Блин, джинс порвала. Все ж поругалась. Ой. Так, я не понял, кто здесь? Ау, кто-то? Где здесь кто? Девочки, здесь там охранник! Там охранник, где он где? Охранник? Что? Как охранник? Блин, куда бежать? Так, кто здесь? Я точно кого-то слышал. Прием. Видели кого-нибудь? Ага, я вас вижу! А ну, стоять!
Аня, Аня, почему он за нами бегает? Ты же сказала... Я не знаю, я не знаю. Ты же сказала, что нам можно... Ты сказала, что нам здесь можно находиться, Аня. Можно, можно, я не знаю, чего он. Блин, наверное, его не предупредили. Что делать-то будем? Прятаться? Бежим! А ну, стоять, блогеры! Всем стоять! Я лучший охранник 21-го года, я вас поймаю! Куда, 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 куда? Девочки, что нам делать? Я не знаю, давайте прятаться! Куда? Все вместе? Да нет! Рассыпной! Так, так, кого-то вижу, 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 вижу! Так, я вас найду, я точно вас найду! Нужно скорее спрятаться. Куда? Куда же здесь спрятаться-то? Кубики. Отлично. Так. Тихо. Все, здесь меня точно не найдут. Какой кошмар! Я не думала, что все так обернется! Блин, куда бы здесь спрятаться? Нужно укромное место, чтобы меня точно не нашли! Где же? За сетками? Блин, за сетками точно видно! Я еще все в голубом, очень будет заметно! Нужно что-нибудь синенькое найти, чтобы точно не палевно было! А вот какая-то штука синяя! Смотрите, да, это вообще идеальное место! Сейчас прямо вот туда внутрь и залезу! Надеюсь, я сюда вообще пролезу! Та дырка маленькая, полезу через верх. Опачки. Кажется, идиот. Надо скорее прятаться. Только бы он меня не нашел. Как они сюда пробрались-то так поздно ночью, а? Ау! Я найду вас! Кто ты? Нет, а ты тут. Я что-то тут видел. Сейчас я тебя найду. Найду. Вот тогда вот мы с тобой поиграем. Шутки тут со мной шутить вздумали. А ну выходите! Он совсем рядом. Сейчас вы у меня по пляжке. Блин, куда я попала? Ксюха, блин, как обычно. Так, ладно. Нас на УБЖ учили, что нужно забираться наверх и прятаться. Блин, я ж на УБЖ не хожу, откуда я знаю? Я слышу охранника! Надо наверх лезть, точно! Блин, он идет! Фу, вроде бы отличное место. Я вас найду! Даю последнее предупреждение! Он меня услышал? Я надеюсь, он меня не найдет! Мама! Да, не делись, а! Попрятались-то они неплохо. Так, что на... Опа! Еще теплый. Где-то недалеко. Ух, вроде бы спряталась. Блин! Где мой носок? Я его, походу, потеряла. Ну, уже совсем недалеко осталось. Ай, никчемные детишки, господи! Вас поймаю! Ах, заставить бы вас тут покорячиться! Ты, господи! Ну ничего! Еще вам припомню! Я тебя уже почти поймал! Кажется, я его слышу! Что делать? Сходили-то, блин, а? Покатались! Так, вроде никого нет. Ага! Нет, отпустите! Что, нет? Пошли! Нет, нам здесь разрешили находиться! Кто разрешил? Я не разрешал! Ай, ну пожалуйста! Чего, пожалуйста? Давай, давай, все, уже поздно! Давай вниз! Отпустите! Я слышала, Маша кричала. Это что значит, Машу поймали? Что же теперь делать? Ее надо срочно спасать. Надо сначала найти Аню. Блин, она же тоже спряталась. Где она? Черт. Где же Аня? Надо срочно ее найти.
пошли. Пожалуйста, ну оставьте меня. Сейчас во всем разберемся, твои ну, Кристина. Ну нечестно. Здесь пока посиди. Центральное, это восточное крыло. Поймал одну, запер ее в чулане для швабр. Буду искать остальных. Ну выпустите меня, пожалуйста! Аня! Аня! Блин, где она сидит? Аня! 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 Ты где? Аня, Маху поймали! Что? Что ты говоришь, Ксюш? Аня, Аня, Маху поймал охранник. Да ладно, как поймал? Нам нужно ее спасти. Серьезно? А, давай, вылезай, погнали, погнали. Блин, я не думала, что мы попадемся. А, нам нужно что-то придумать. Давай я попробую, ты его попробуешь отвлечь, а я спасу Маху. Давай, договорились. Фух, ну ладно, собралась. Сейчас ты у меня попляшешь. Охранник, я тут. Ага, вот ты где. Центральная, вижу вторую, веду преследование. Я здесь, иди сюда. Не догонишь, не догонишь. Нет, не догонишь, не догонишь. Нет, я быстрее, быстрее. Куда? Вот ты где. Попалась. Нет. Отпустите, пожалуйста. Идите! Я же поймал! А, вы спрячетесь. Ребята, у меня появился план! Эй, иди сюда! Я тут! Так, что? Где? Я звук! Откуда звук? Так, ну и куда она делась? Ку-ку! Так тебе и надо! Все, от охранника избавилась! Срочно нужно искать девчонок! Ксюша, ты где? Ксюха! Тут! Маш! Маша! Маш, ты где? Это я! Маш, ты где? Ксюша здесь! Здесь только зашел отлично. Маша! Ксюша! Маша! Ксюша! Маша! Где Аня? Девчонки, я здесь! Маша, скорее, пока охранник не очнулся! Вот. А почему там свет не горит? Да не знаю. А, дверь открывается! Все, я же говорю, нас ждут! Пойдем! Ань, тут закрыто. Да и что, смотри как надо. Ну, почти. Я, пожалуй, более традиционным способом. Пойдем быстрее. Мама! Только посмотри, даже тут нет никого. В кассе вообще пусто. А если кто-то в спа спит, отдыхает? Да никого там нету. Это же пустой аквапарк, он весь только для нас. Пойдем скорее одевать купальники, мне уже не тебе. Я чувствую подвох. Нет, идем, все. Аня, а какой шкафчик брать? Да вообще любой, тут же вообще никого нету, смотри. Все пустые. Выбирай, какой хочешь. Та-дам! 847. 841. Ань, смотри, вот вход. Точно, я думала, как здесь войти. Пойдем скорее. Ань, я боюсь темноты вообще-то. Пойдем, что ты боишься-то? Ну, тут темно очень. Господи. Это душевые. Ань, здесь швабра. Тут швабры. Здесь есть люди. А вот тут нет людей. Офигеть, сколько здесь всего! Аня, хочу туда! А я сюда хочу! Смотри, какая огромная махина! Туалет. Почему? Ну, он так называется, туалет. Серьезно? Да. Блин, офигенная горка. Сейчас снимают, как в туалете. Круто! Все, идем, я уже хочу все опробовать. Ну идем, давай. Наконец-то устроился на работу своей мечты. Только посмотрите, сколько здесь всего. Какие у меня теперь возможности открываются, а? Как же здесь хорошо-то. Ах, красота. Хорошо, что плавочки взял. Хотя нет, мне ж нельзя купаться. Правильно, это запрещено.
Как хочется-то! Хотя нет уж никого. Ладно, пойду пока осмотрюсь, на свои владения посмотрю. Обалдеть, как же тут красиво! Ань, давай сфоткаемся, вон, фотозона есть. Марион, люблю тебя! Слушай, офигенно, пойдем! Обалдеть, какая же тут красота! Он такой большой! Вообще гигантский! Цветной! Смотри, я вижу лежаки! Давай на них сядем! Идем купаться! Нет, давай сядем на лежаках, пожалуйста! О, красота! Надеюсь, сегодня пройдет все без происшествий. Наконец-то! Никого нет, меня никто не увидит, и блогеров этих нету. Красота! Как же хорошо, мама! Что? Мне кажется, ли это снова тот же охранник? Не может быть! Это же те самые блогеры! А я в воде! Блин, они увидели меня, что я тут развлекался, в бассейне купался. Надо как-то договориться, что ли, с ними. Я же не перенесу потерю еще одной работы. Аня, он идет к нам! Я знаю, все будет в порядке, не паникуй. Опять вы, блогеры. Эй, нам вообще-то тут разрешили. Вот именно. Так, ладно, давайте договоримся. Я разрешаю вам здесь везде находиться, а вы не видели, что я тут купался. Эй, опорки! Мы вообще-то сюда за ними приехали. Они такие большие, красивые. И крутые. Ладно, можете скатиться. Только один раз. Сколько? Один раз? Да ладно, ладно, пойдем. Пойдем, он сразу ничего не узнает. Вау, Маш, смотри, какая крутая. Я сразу ее приметила. Хочу на ней первой скатиться. Так, а где на нее вход? Кажется, там. Что-то высоко. Я не пойду. Мы идем. Обалдеть, здесь высоко. Да круто, Шан, идем. Офигеть, как здесь высоко, мамочки! Ты первая! Почему я-то? Дальше надо выступать! Блин! Ладно, все, погнали! Давай, давай! Да? Не, ну горки-то тут, конечно, классные. Я бы тоже покатался. Кстати, они который раз уже съезжают. Я ж один только разрешил. Маша, у меня появилась отличная идея. Я слушаю. Короче, давай устроим челлендж. Кто быстрее проплывет этот бассейн до вон той красной полоски,
Кот получит офигенный приз. Какой? Сертификат на бесплатное посещение этого аквапарка. Он будет моим, я занималась плаванием. Кажется, у меня нет шансов. Но все равно, ради этого приза я буду бороться до последнего. Раз. Два. Три. Не хватило. А я говорила. Я тоже хотела этот сертификат. Вместе пойдем. Кстати, ребята, вы тоже можете выиграть себе такой сертификат каждую неделю в инстаграм Марион Аквапарка. Ссылку на их инстаграм я оставлю в описании к этому видосу. Ань, у меня появилась идея для нового челленджа. Серьезно? Какая? Идем, расскажу. Пошли. Видишь ту горку? О, нет, 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 Маш, ну... Да, 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 я думала, ты про нее не скажешь. Как я могла про нее не сказать? Короче, суть челленджа такова. Кто катится по этой горке и не закричит, тот получит 5000 рублей. Я хочу 5000 рублей, но крик всегда вырывается из меня. Что? Проход закрыт? Аня! Не переживай, мы пойдем туда. Нас же ничто никогда не останавливало. Может быть, не в этот раз, а? Идем, идем, идем. Пойдем, Ань, не бойся. Блин, ну почему вечно так? Маша, мне страшно, почему я еще и первая еду? Ладно, была не была. А ты помнишь, что кричать не нужно? Ай, Маш, давай ты вперед, я назад. Ну давай. Три, два. Не, ну вы посмотрите на этих блогеров, а? Резвятся там, веселятся. Я вообще тоже люблю купаться, вообще самое мое любимое занятие. Все, все, я все проиграла. Господи, господи, все проиграла я. Фух, Аня, надеюсь, ты не будешь вкладывать это позорище? Ну не знаю, буду. Ну, Ань, что? Не надо. Ну ладно, хорошо, я подумаю. Обещаешь? Ну, обещаю подумать. Ну, а... Не знаешь ли, а охранник наблюдает за нами? Понятия не имею. Ой. А, нет, так, при свидетелях я купаться не буду. Сколько время? Пора уже выгонять этих блогеров. Надо и самому повеселиться успеть до открытия. Так, все, блогеры, время вышло. Давайте, вы не тайтесь отсюда. Эй, как уходите? Нам до открытия разрешили здесь находиться. Вообще, да. Они разрешили, я запретил. Сейчас я тут главный. Все, вы метайтесь отсюда. Ладно, ладно, уходим мы. Ань, что, реально уходим? Да нет, пойдем. У меня есть идея, я кое-что придумала. Смотри, мы сейчас здесь спрячемся и проследим, что охранник будет делать. Ань, зачем ему лишний раз? Не может. Нормально все, слушай меня. Да, ушли вроде наконец-то. Ну, все, настало теперь мое время. Шапочку забыл. Красота! Обожаю платье. Да, как хорошо, что они ушли. Весь парк в моем распоряжении. Никто не узнает, что я тут плавал, правила нарушал. Вон он, смотри, купается. Ага. Он же сказал, что ему нельзя. Он проказник. Слушай, у меня идея есть. Давай его заснимем. Точно, это же гениально. Машка, молодец. Все, теперь у меня есть на него компромат. Да подожди, Ань, давай с ним, как он с горки скатывается. Точно. Времени уже осталось совсем немного. Я давно хотел прокатиться с той горки. Вот, с этого и начну. Теперь опять уволят! Блин, еще еду задом наперед! Ну что?
что же это такое? Опять невезуха! Ой! Блин! Упс, Маш, кажется, он нас заметил! Эй, вы, блогеры, все, хватит уже, прекращайте снимать, я вам сказал! Аня, а? Кажется, нам пора смываться! А, да! А ну сейчас же остановитесь и отдайте мне камеру! Меня же могут уволить из-за этого видео! Маша, у меня есть идея! Бери пистолет! Стоять! Куда идти? А, давай в бассейн! Ха! Решили уйти от меня через бассейн. А ничего, я-то чемпион по плаванию. Я их догоню. Догоню! Всем стоять! Ну я их почти догнал! Надо придумать, где от него избавиться! Стоять! Опять из-за этих блогеров вся жизнь под откос! Маш, давай спрячемся в джакузи! Давай! Вон он, смотри, бежит! Все, вроде убежал! Побежали! Ага, вот же они! Идем сюда! Он уже идет! Идем! Блин, он нас догоняет! Я вас догоню! Ага, попалась! А вот и нет! Получай! Всем привет, ребята! Привет! Сейчас поздняя ночь, и мы пробрались в батутный центр. Но на этот раз я обо всем договорилась. Ты в прошлый раз так говорила. Вот именно. Точно говорю. По-моему, ребята даже предупредили охранника. Поэтому все у нас схвачено. Ну ладно, погнали. Идем. Да куда идти, Ань? Пойдем, смотри, там, кажется, огромная батутная арена. Смотри, какая красота. А чего это вы испугались? Ань, что-то мне его лицо знакомо. Это не тот охранник, который в прошлый раз был? Точно, это кажется он. Пойдем лучше, может, назад, а? Нет, не знаю. Стойте, куда вы собрались? Проходите, пожалуйста, вы же договаривались. Ань, какой-то прикол? Я не знаю, что-то с ним не так. Странный он какой-то стал. Да. Я прошел курс управления гневом. Что? Вы же ненавидите блогеров? Это шутка какая-то. Теперь я отношусь к вам весьма лояльно. Проходите. Ладно, Ань, погнали, да, пока не передумал. Пойдем быстрее. Погнали, девчонки. Офигеть, какой он огромный. Обалдеть, это же самый гигантский батутный центр в Москве, Дуэфлип. О, круто, погнали. Да, скорее внутрь. Стоять! Ой, блин, что не так-то? Что случилось? Не знаю. Мы же ничего не сделали. Еще пока. Обувь, будьте добры, оставьте здесь. У нас тут правила такие. Фу, я уже испугался. Обувь? Ну ладно. Ладно, обувь снимем. Девчонки, сколько здесь всего? Куда побежим? Давай все сразу посмотрим. Побежим. Да? Смотри, какие тут батуты боковые! Как на них прыгать вообще, Саш? Давай ты! Да, девчонки, давайте сейчас попробую! Давай! Я что-то боюсь! Давай, Саша, давай! А еще тут есть такой сильный батут! Смотри, тут можно с разгона прям! Нема! Вау! Как на горке! Вот это развлекуха! Ей! Ух! Аня, смотри, он крутиться начал! Молодец!
Офигеть, какая штука! Классная! Я, кстати, придумала, давайте челлендж устроим! Давай, опять? Какой? Классный челлендж на 5000 рублей! Да ладно, что надо будет сделать? Кто дольше здесь продержится, тот и получает пятеру! Ха, они будут моими! Да, сейчас! Погнали! Вау! Так! Почему я сразу под стрелой стою? Не знаю! Я боюсь! Девчонки, ну я выиграл 100%, да? В смысле выиграл? А за смекалку бал? Мы вообще какую фишку придумали? Ладно, ладно, все, не придумывайте. Где мои заработанные? Ну ладно, вот смотри, держи. Я больше всех прыгнул. Вот так вот, пятерочка ушла ко мне в карман. Правда, я не могу сказать, что это было легко. Маш, ты слышишь этот звук? Да. Что это там зашевелилось? Мама. Обалдеть, какие огромные штуки шевелятся. Я прям... Они прям шевелятся. А мы типа там должны проходить, да? Я прям сейчас хочу туда! Погнали, погнали, погнали! Ну что, девчонки, смотрите, какая полоса препятствий! Я вообще что-то даже боюсь! Экстремально! Значит, мое! Давайте, давайте скинемся, кто первый? Давайте! Раз, два, три! О, я первый! Саша, давай! Ой, не, может, переиграем? Нет, нет, все, все, давайте первый, давай. Девчонки, давайте, может быть, ну, челлендж какой-нибудь на денежки? Ну, давай! Полоса препятствий, офигеть, какая сложная! Кто пройдет, получит 10 рублей! Да, настоящую? Да, я согласен, давайте, круто, погнали. Тим. Я первый. Вы готовы? Да, давай. Саш, ну ты чё? Я что-то упал, ладно, дайте я еще разок попробую. Ну ладно, давай. Только не в него! Я ползу! Господи, как страшно! Этого никто не видел! Мамочки! Мамочки! Это очень сложно! Я уже весь ног, а как поедете ползти? Надо быстро, 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 быстро! Короче, моя тактика такая, буду идти через три. Еще одна часть пройдена. Так, ну, я очень устал, а дальше жутко страшно. Ребята, капец, посмотрите, сколько я уже прошел, это просто... Самая офигенная полоса препятствий, которую я в жизни проходил. Это мега круто, но мега сложно. Мне на самом деле кажется, что у девчонок нет шансов против меня. Но просто посмотрите, что впереди. Три крутящиеся бублика. Вот такая вот сфера. И мне вот там предстоит прыгнуть вот на ту штуку. Кошмар. Пробуем. Девчонки, я бы вам не рекомендовал. Да, ты просто хочешь приз забрать. Конечно, попробуйте, вперед. Я прошу. Ну так всегда. Мамочки, как я боюсь. Ой, я нервничаю. Ладно, Аня, соберись. Все, погнали. Так, тихо, спокойно. Так, а тут как? Будешь?
еще. Такие махины, мама. Оно еще шатается. Главное, чтобы поползи не заехала. Мое сердечко стучится. Аня, давай, я верю в тебя, вперед! Аня, давай, давай, тем более, что осталось. Ну, я бы так не сказал. Ребята, обалдеть, вы только посмотрите, сколько я прошла. Я вообще герой, по-моему. Как вы считаете, пишите в комментах. Но мне нереально нравится, несмотря на то, что страшненько. Сейчас я буду прыгать, как тигр в огненное кольцо. Дальше эти грибочки. Я боюсь, господи. Очень далеко. Блин. Ну-ка. Опачки. Опачки. О, следующий грибочек. Ай, так. Так мы доберемся. Никто ж меня не торопит. Да, дружочек, давай. Вот. Брест упрекли. Вот. Ну-ка, бело. Ладно, еще один остался. Этот как-то далеко располагается, я вам скажу. И все, еще осталось до победного дойти. И я прошла грибочки. Давай, Анечка. Ой, Анечка. Ой, подсадитесь. Ой, ой, застряла. И что делать теперь? Да, я перепрыгнула грибочки. Я уже прошла половину. Так, ребята, ну тут должно быть легко. Смотрите. Вау, какие тут крутяшки. Офигеть, как проходить, они же крутятся. Так, ладно, пойдем по боковым. О, они тоже шатаются. Жесть какая. Ужас, ужас. Я, кажется, сломала центр. Жесть, запчасти отлетели. И это было просто нереально круто, ребята. Офигеть, несмотря на то, что я до конца не дошла. Мне так понравилось, я бы еще раз 15, наверное, это прошла. Класс, ну что, Маша, твоя очередь? Я сейчас всех порву. Так. Они маленькие. Ребят, мне никакой зал не нужен. Я водяной, Поговорил бы кто со мной. Фух, первую часть прошла. Наверное, она была самая легкая, потому что я смотрю, что меня ждет впереди, и я просто в ужасе. Маша, с разбегу, давай! Вы это видели, я это сделала! Раз колечко, два колечко, три колечко, выйди на крылечко. Ух, грибочки, я иду к вам. Давай, двумя шагами, Маша, Раз и два. О, я это сделала. Вы это видели? Мне надо срочно полежать отдохнуть. Нет, я все-таки до конца пройду. А теперь я пойду кататься. Блин, встать бы на нее. У меня, если честно, голова уже скрушилась. Еще немного осталось, и я заберу 10 тысяч. Как же это страшно. Я не Тарзан. Я не знаю, как я буду сейчас прыгать. Она так высоко находится еще и далеко. Маша, давай поборись за нас. Машенька. Я боюсь, ребят. Маша, давай, деньги ждут. Я не могу, ребят. Ага. Я пройду. Маша, ну так нечестно. А в правилах нигде не написано. И правила нужны для того, чтобы их нарушать. Он говорил мне, папа,
блестяшка понадобится. Девчонки, ну чё, как вам полоса препятствий? Это было нереально круто, но очень сложно. Я прям вся устала. Бомбически. Если бы не груша, я бы все прошла. Ну, я и так все прошла, кроме груши. Короче, Маша, получается, одно из заданий всего пропустила. А ты раз, два, три. Короче, первое место у меня. Да. Второе место Маши. У меня. Третье. Ладно, классно было вообще. Первый. Это база, ответьте. Прием. Блогеры приехали? Да, две девчонки, один парень. Как это? Должно быть три девчонки. Ты что, не тех пустил? Как не тех? Да блогеры же, они все одинаковые. Ты кого там к нам напускал? Мы тебя сейчас уволим. Уволите? С третьей работы подряд? Ну нет, сейчас я все решу. Только я справился со своим гневом. Вот опять. Не бывать этому. Всем стоять! А? Что? В смысле, а что это он? Не знаю. Что с охранником? Ань, опять! Он сюда бежит! Меня из-за вас жив, пусть болит! Девчонки, в рассыпную! Прячемся быстрей! Вон он! Охранник, ты что? Ты же был нормальный! Он бежит за мной! Иди сюда! Леди! Девчонки, прячьтесь быстрее! Я отвлекаю его на себя! У меня так надолго сил не хватит! Сетка! Я попался! Нет, большой батут! Батут поменьше! Мамочки, Саша сказал прятаться, пока он не заметил! Мешки! Как раз они гигантские! Я прямо под ними спрячусь! Как же страшно! Опять этот охранник! Что за муха его укусила? Я когда проходила полосу препятствия, поняла, что здесь очень много мест, чтобы спрятаться. К примеру, я солнышко! Ребят, хочу сказать одно. Челлендж с Аней – это что-то с чем-то. Ля-ля-ля-ля-ля. Фух, вроде бы убежала. Надо спрятаться под этими валиками, и тогда меня охранник точно не найдет. Мягко. Мне кажется, что со стороны вообще не видно. А если охранник пойдет сюда, то я могу сделать вот так, и он пойдет. Стой, говорю! Нет! Нет, ну все, я попался! Бедный охранник, вот от него досталось! Фу, видали, как ему по шляпе прилетело! Я вроде оторвался, что-то он лежит. И то я уже устал, очень сложно, я вам скажу. Капец! Я что тут делаю, а? А, блогер, точно, а ну стой! Капец, что это он опять очнулся, а? Блогер, на полосу препятствий! На полосу препятствий быстрее! Нет! Блин, полоса препятствий, точно! Охранник не выдержит челлендж со мной! Продует мне 100%! Стоять, блогер! Ух, догоню! Как же я устал! А вон он! Смотрите! Я тебя поймаю! Нет! Знаешь, сколько раз проходил уже этот участок? Нисколько! Не поймаешь вообще никак! Все! Попробуй! Я тебя все равно поймаю! Опа! Опа!
Ребята, вот эту штуку он точно не осилит. Да у меня пятерка по физре была, я тебя поймаю, понял? Ха-ха, не смог, не смог, я победил! Бежим отсюда! Что я тут делаю? У меня же курсы по вязанию, опаздываю! Фу, от охранника вроде оторвался. Девчонки, девчонки, Аня, Маша! Саша, ну как ты? Вас не поймали. Слава богу! Охранник, он что, очнулся? Опять? Да. Да нет, смотри, он куда-то пошел, на выход, тихо. Он уходит, он нас не видит. Слава богу. Пошли потихоньку отсюда, пойдем. Я надеюсь, вам понравился этот видос, и вы были рады снова пережить со мной эти эмоции. Ставьте лайк этому видосу, подписывайтесь на канал, не забывайте покупать мерч. Ссылочку оставлю в описании. Всех обнимаю и люблю.